Я хочу вам сказать одну важную вещь. Цените тех людей, которые рядом с вами. Цените тех людей, которые любят вас. Цените вашу семью. Цените тех людей, которых любите вы. Даже если вас угнетают какие-то сомнения, даже если вы думаете, что что-то не так, что все неправильно, просто найдите в себе силы ценить этих людей, уважать этих людей. Потому что в один прекрасный момент может наступить точка, за которую уже нельзя будет вернуться. И как бы вы сильно не хотели этого, как бы вы сильно не старались, вы не сможете этого вернуть уже никогда. Живем мы всего один раз в этой жизни, поэтому может быть в какой-то другой жизни у вас получится по-другому. Но мой вам совет: лучше делайте это сейчас, прямо сейчас. Где бы вы ни находились, в какой бы стране вы ни жили, самое главное — это те, кто вас окружает. Особенно если вас любят и уважают. Цените и старайтесь, максимально старайтесь не терять этих людей. Иначе вам придется потом продолжать жить, а это обязательно нужно, продолжать жизнь, несмотря ни на какие обстоятельства. Но вам придется жить с этим. Цените этих людей.